Всем привет, с вами Геленджик Лайф. Сегодня 10 апреля. Мы решили сегодня доехать до 16 километра в поселок Возрождение и посмотреть на водопады. Стоит еще отметить, что сюда мы приехали на автобусе, без проблем пустили с собакой, мы приобрели на нее билет, и на троих вышло у нас 60 рублей. Ну да, два взрослых и собака. Сюда мы приезжали еще в январе. Давай ручку. Все закупили в магазинчике. Получилось, конечно, дорого, но у нас по-другому не получалось. Да, с мороженым. Вот. Поскольку мы только подошли к автовокзалу и как раз отходил автобус. Ну, решили не ждать следующего, потому что следующий был бы только через... Ага. Вони! Вот, долина реки Жене. Хочу здесь искупаться. Не знаю, получится ли. Сейчас посмотрим. Погода хорошая, тепло, но ветер сильный. Нет. Пойдем. Без ветра даже немножко жарковато. Да, без ветра жарко, но когда ветерочек, совершенно не лишняя кофточка. В магазине очень удобно, магазин находится рядом, можно купить все, что угодно. Вот салфетки влажные, очень много различных товаров. Да все там есть. Так что можно будет так же. Мы не успели по пути зайти в магнит, очень так спонтанно. Да, я уже сказала. Подъехал автобус. Ну, зато... Ну, зато мы здесь купили чипсики, пончики, так что можно будет перекусить. Вот. Я держу его. Ты держи собачку. Да, погода, конечно, отличная. Воздух. Дольмены, водопады, курганы, конные прогулки. Ну. Ну да, водопады. Вообще, конечно, стоит отметить, что очень красивое здесь место для того, чтобы погулять. Да. Вот. Так что... Мы ехали, приезжали сюда в январе. Классная была тоже погода. Конечно, более все желтенькое такое было. Да. Но нам очень понравилось. Ну, я думаю, что сейчас будет... Не хватает, должен быть, потому что там моя должен быть. Да. Ну, думаю, что будет все прикольно. Да. Вот, мы прошли через вход. В летний период времени, конечно, здесь он платный. 200 рублей с человека. Но мы знаем, как можно обойти. Когда эта река Жене, когда мы здесь были в январе после сильных дождей, она была такая полноводная, вся такая с водой. Вот, сейчас, конечно, она немножко попересохла, потому что жарко. Ну, что можно сказать вообще о том, что растет в лесу? Как я выяснила на работе у женщин, люди ездят и собирают не только ежевику, но еще и дикую грушу. А потом из нее делают компоты и варенье. Представляете? Надо будет этим... Решили мы поесть мороженого. Да. Не только... Кто-то его не поест. А кто-то его не поест. Ты давай не кусай. Такая наглая вообще. Ты че? Шани. Давай, так много тут -то тоже не надо. Да много не будем давать. Вот. Шумит водичка. Река Жене. Там пасека. Да, когда мы здесь были зимой, здесь было побольше водички. Эко-трапезная. Всякий мед. Ну, это люди живут туристами. Поскольку летом сюда очень много народу приезжает.
всякие пчелиные домики, ульи. Вот. Как водичка? Как в море, такая же. Холодная? Такая же. Не, да, нормальная водичка. Сенька, иди ко мне. Иди сюда. Хитрый кабачок. Иди сюда. Иди ко мне. Забралась. Мы вот когда были в январе, воды было вот так, наверное, да? Ну да, да, побольше. Вот было, сейчас-то можно в легкую, там походить, погулять, забраться можно. Да. Все, что хочешь. Сейчас буду переходить реку. Показала, да. О, фига. Ну тут был. Стабилизация. На склонах гор растут очень много цветочков, которые занесены в Красную книгу. Да, и вот когда мы ехали в Краснодар, на трассе стоят люди, вот, их штрафуют, потому что они там собирали цветы, а потом их продают на трассе. Обычно ДПСники их гоняют. Вот так вот. Ну, конечно, вообще прикольно. Есть место, куда действительно можно приехать, вот, и где отдохнуть и с семьей, и вообще погулять. Вот. Плетеный заборчик сделали. Пойдем, пойдем, Шань. Сейчас еще буквально немножко, мы дойдем уже до первой группы дольмена. Да. Там три больших дольмена будет. Один дольмен, так называемый царский. Зовут его Год. А слева... С правой стороны дольмен Мин, а с левой стороны такой будет разрушенный, называется дольмен Пол. Вот. Вообще, конечно, с дольменами связано очень много интересных историй. Скажи что-нибудь про дольмен, ты же много чего знаешь. Ну да, можно сказать, что это место, которое являлось скоплением силы. То есть люди выбирали горы, которые являются акупунктурными точками земли, да, и ставили в этих местах дольмены. Конечно, уже многие знания утеряны, для чего они эти были дольмены сделаны, какая была их настоящая цель. Вот. Но если постоять и прислушаться, и дать войти в тебя силе, то можно почувствовать, не знаю, прикосновение прошлого, слиться в этих точках с силой Вселенной. Дольменам-то уже более 5000 лет, они датируются там 3000, 2000 лет до нашей эры. Да. То есть, конечно, сейчас уже много разных слухов и много различных высказываний. Но на самом деле до конца понять не понимаю. Шани ко мне, Пойдешь, поднимайся вверх, а будет дольмены. Объектно-культурного наследия памятников археологии группы дольменов Жене-1. Третье-второе тысячелетие до нашей эры. Везде есть указатели, то есть заблудиться, в принципе, здесь невозможно. Территория парка вот этого очень большая. Вот, объект охраняется, то есть тут не стараются сохранить в неизменном виде вот эту природу. Такие тропочки. Мы вышли к дольменам. Дольмен Пол. Вот этот дольмен царский, так называемый, центральный. Самый большой, называется он Год. И за ним дольмен Мин. Давайте сейчас вам покажу. Да. Вот, видите, еду принесли. Виноград, изюмчик. Много подряд. Ну да.
Спасибо. Конечно, такие таинственные сооружения, да? Такие ровные камни. Да, сейчас вам покажу большой дольмен. Вадюш. Вадюш. Желание загадывает. Забраться наверх. Сидеть. На, тогда поснимай. Сейчас, пока я держу мелочь. Ну, тут вообще разбесилась ты прям. Вся собака. Прям вообще. Сейчас заберемся на самый верх. Здесь видно, видимость лучше. Конечно, когда первоначально сюда пришли, было вообще такое прямо состояние шоковое. Я думаю, фига, такого в жизни никогда не видел. Тут, понимаешь ли, приехали, и так все. Самое радует, самое классное, что народу не очень много. Тут туристов. Мы сейчас забрали самый верх. Вообще считается всегда, что к дольменам прикасаешься, и это притягивает удачу. Везение, счастье. Ох, ты забрался куда? Надо же. Давай, слезай, слезай. Все, пойду. Отходи, Вадим. Очень красивое сооружение, вообще обалдент. Еще даже есть на камнях даже видны рисунки. Сейчас увеличу. Тоже своеобразная технология. Здесь тоже. Вот сзади, вот он, с полком. С правой стороны. Еще один доменчик. Возле курганов на лавочке мы решили устроить небольшую стоянку. Вокруг нас находится около 1000 различных по величине насыпей. Это и есть курганы. Очень красивое место. Очень радует отсутствие ветра. Собака сходит с ума от счастья. Ну что, пошли, да? Не надо, не закапывай ее. Пойдемте, ладно, дальше. Впереди нас ждут водопады. Смотри, мостик проверит. Мы пойдем. Можно походить, давай. Слышно, как птички поют, вообще прям здорово. Все, свободно, иди домой. Дорогу знаешь. Долго домой. Тимка, сейчас мы отрываем дорогу домой. Вадюш, не надо. Опа. Вот он, мой камень хороший. Вид, конечно, шикарный. Говор. Чтобы не пугалась, люди разные, да? Уже говорили. Да. А вы не знаете, случайно, внизу там возле ванны Афродиты, там такой стоит палаточный лагерь, и там вот такой вот пакеты завязывают. Это что, желание загадывают люди? Ну, что, оно исполнится, если бы... Оно, понимаешь, если на дерево завязываешь, ага. Это самое...
Оно вот отомрет только. То есть это что-то придумало. А, я. Ну да. Ну да, да, правильно. А там вообще железяка стоит. Еще. Не, ну хочется кому-то повыпендриваться. Но я там они желание загадывают. Ну, там он в железяке поставили, там разобрали это. Типа он содержит это. Ну, слушай, вот перетащили там и с одного места. Да ладно, отсюда перетащили в Геленджик? Я не знаю, отсюда или не отсюда, но факт то, что стоит в Геленджике на этом, как его. На сафари парк, ну. Ага. Ну, он же свою задачу не выполняет, как из этих попой, потому что это не упаковка какой-то. Ну, да. Назначение удаленное, но это с удаленными работают, поэтому так это. Вот. Я говорю, ну, удаленные... туристам сделают, ну, что такое не придумают. Да. А это вот дольмены, которые вот центральный вот этот. А это уже вот... настоящий, да, вот который вот здесь? У нас же один из дольменов у нас, да. Вот та первая была дольмена, мы видели его. Да. Потом уже 6 дольменов, один вот этот вот целый, и 5 вот этих вокруг него разрушены. Ага. Один вот там вот и Афродиты, и один, да, речка. Ага. Ну понятно. Спасибо большое. Спасибо. Отпусти, там вроде нет никого. Отпускаю зверя. Забирайте все зверя. Хороший сетник. Да. Это видишь, она работает с дольменами, видимо, как раз. Да, вот здесь, давай спустимся. Я так понимаю, там то, что... Пальчики, там, нарциссы, это как раз на ее работа. Очень приятно. Приходишь на место, ну, да. А там цветочки растут. Да. Там немножко облагорожено. Тоже, конечно, тут так. Ну, удивительно, вроде тут такое дикое место, да? Да, вот смотрите, разместили табличку. Когда мы были, их не было, вот этой таблички. Да, да. Ну или обновили, потому что была какая-то это. Нет, тут... Не было ее. Прям вот. Ванна Геракла, вот я говорил по поводу желания Гизагами, как раз ванна Геракла и сверху, вон там видно, ага. Будет такой, ну покажем, там металлическая типа палатки, и завязывают все пакеты, говорят, желание загадывают. Вот здесь мы тоже покажем, здесь тоже спустимся. Вот не знаю, ну... Ну да, да. Здесь особо. Ну пойдем, Шань. О! Выходим на нашу любимую полянку. Вообще. Полянка, это очень красиво. Можно побегать. Шаня, побежали? Полянка, конечно, место здесь красивое. Ну, там внизу шумит водичка. Сейчас. Съела, да? Да. Вот, все. Все, будешь ходить с дыркой. На новую. Так ты не разрешай за ноги кусаться. Не кусает она. Она зубом цепляет. Ты баба-яга. Ты мне джинсы новые покупаешь. Ну-ка, фу. Цензура. Жапа. Ты рыжая жапа. Бежит уши назад. Не, ну просто пока ты не устал, ты бежишь быстрее. Ну да. Очень красивое место. Кто-то выложил камушками. Тоже какие-то, наверное, свои. Ну, сюда, конечно, приезжают отдыхать. На шашлыки, костерочки поделать. Вон там внизу водичка шумит.
Сейчас мы подходим к тройному водопаду. Уже слышен звук этой красоты. Обалдеть. Очень красивое место. Сейчас мы до него дойдем. Вот мы подходим к ванне Геракла и Афродиты. Слева у меня находится Афродита. Вот там вот ванна Афродиты. Да, вот это ванна Афродиты. Люди тоже купаются. Вот я здесь хочу полежать. Потом мы пойдем уже к ванну, на ванну Геракла. Очень красивое место. Давайте с Геракла начнем. Здесь тоже небольшие. Туда пойдем сначала, в ту сторону. Сначала с Геракла начать нужно. А закончим Афродитой. Вот как раз здесь, по-видимому, загадывают люди желания. Кстати говоря, у меня тоже есть с собой пакетик. Нам пригодится этот пакетик. Нет, нам, я много взял пакетиков, так что нам одного нам не жалко. Возьми, пожалуйста, камеру, сейчас пакет достану. Загадаем наше желание, которое мы очень долго хотим. Сейчас мы загадаем желание, но мы никому его не скажем. А я хочу скосать еще. Сейчас. Если на желание будешь загадывать, идешь? Да. Ну, давай. Держись один, а я с другой. Что такое загадать, а? О! Я придумал. Все, теперь мое желание 100% исполнится. Осталось только окунуться в ванне Геракла. Шани, ну-ка двигайся. Не знаю. В январе было намного больше воды. Как искупаться? Может, туда пойдешь? Вон мужик пошел купаться. Но он мужик пошел. Он мужик пошел. Пойдешь делать бейт, ладно? Ты что, поплывешь туда, что ли? Вадюш, ну что ты делаешь, а? Шаня, ну-ка ты что делаешь, Шаня? Папа, это снеги. Вадюш, не надо. Я бы не стала. И пошел купаться. Морж. Как вода? Ты тоже хочешь поплавать, да? Ты тоже хочешь поплавать? Сейчас будет прыгать. Ой, ты какой сладкий, какой ты сладкий. Иди, какой ты сладкий. Боксер. Боксирует. Эй, Шанька, ладно, все, боксируй дальше. Пойдемте. Очень красивое место. Очень много собак. Нам собаки эти не нужны. Лоняги обычные. Давай, подсоединяй.
Все, мы посетили все достопримечательности, которые здесь находятся, и теперь возвращаемся довольные и счастливые домой. Прогулка у нас заняла часа три, да? Ну, где-то 3 часа надо. Да, 3 часа мы тут гуляем, отдыхаем, ходим. Что с собакой случилось? Почему мы ее несем? Собаку мы несем, потому что мы не хотим, чтобы она нюхала всяких дворовых песок. А вот. Сейчас они уйдут? Они, да, уйдут, мы ее сейчас... Не-не-не-не, подожди. Ты думаешь, они там прибегут? Ну, сейчас мы их свидут. Я их погоню. Все, давай. Сидеть с вами. На. Они далеко, они нас не учуют. Да, тут очень много бездомных собак. Ну, они не бездомные, понятно, они всяких, да. Но мы не очень хотим, чтобы они... Ну-ка. Красота на тренов в Фонопане. Находимся мы возле пасеки. Это уже обратная дорога к автобусу. Очень много здесь стоит ульев. Здесь подают мед. Очень хвалят мед дяди Вани. Но мы сами не пробовали, не это самое. Не покупали, поэтому подтвердить или проверить это я не могу. Капает маленький дождик. Немножко небо затянуло тучами. Ух ты! Король камня, да. Сейчас мы подвигаемся уже к дому. Сейчас поднимаемся вверх, по мостику и к автобусной остановке. Пойдем! Капюшон можешь снять, вроде дождик уже закончился, Вадим. Капюшон, говорю, можешь снять, если хочешь. Закончится дождик. Покажу, покажу. Мне интересно, знаешь, как сделать? Я, наверное, вы идите по мостику, а я попытаюсь пройти так. Маму, бери за ручку, сейчас я так пройду. Интересно, получится, не получится. И что нам? Сейчас ждем автобуса, который будет с минуты на минуту. Он должен подъехать в 14.02, возрождение Геленджик. Под конец нашей прогулки начал капать небольшой дождик, но прогулку он не испортил. Мы возвращались уже домой. Воздух от этого стал еще чище. Сейчас приедет автобус. Поедет. Вот. Да, вот. 12-й автобус, который едет из возрождения в Геленджик. Да. Минут через 20 мы будем уже на автовокзале. Да. Оттуда еще минут 10 пешком, мы дома.